Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как связать вот такой красивый ажурный цветочный мотив крючком и как соединять такие мотивы между собой в процессе вязания последнего ряда. Для работы я использую нитки пеликан и крючок номер 1,25. Делаем начальную петлю. И набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводим крючок в первую набранную воздушную петлю и протягиваем нить, провязывая соединительный столбик. Тем самым мы замкнули цепочку из 6 воздушных петель в кольцо. Далее провязываем 3 воздушные петли подъема. Они заменяют нам столбик с одним накидом. Далее вяжем еще 3 воздушные петли для арки. Накид на крючок и в кольцо провязываем столбик с одним накидом. Снова арочка из 3 воздушных петель. В кольцо вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом провязываем в кольцо. 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом в колечко. 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом вяжем в кольцо. Мы провязали с вами вот 3 воздушные петли подъема. Далее 1, 2, 3, 4 и 5 арка из 3 воздушных петель. Заканчиваем ряд, провязываем арочку из 3 воздушных петель и соединительный столбик вяжем в 3 воздушную петлю подъема. Провязали первый ряд. Получилось у нас 6 арок из 3 воздушных петель. Вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли подъема. Под арку из 3 воздушных петель вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2 столбик, 3, 4, 5. 6, 7. Далее провязываем столбик с одним накидом в вершину столбика предыдущего ряда. Провязали 1 столбик. Под следующую арку из 3 воздушных петель вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. В вершину столбика предыдущего ряда вяжем 1 столбик с одним накидом. И таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Под арочку из 3 воздушных петель вяжем 7 столбиков с одним накидом. И в вершину столбика предыдущего ряда вяжем 1 столбик с одним накидом. Заканчиваем ряд. Провязали под последнюю арочку 7 столбиков с одним накидом. И теперь вяжем соединительный столбик в 3 воздушную петлю подъема. Провязали. Вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. Далее провязываем 2 воздушные петли арочки. Накид на крючок. Пропускаем вершинку следующего столбика. Вот она. И вершину следующего столбика вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Накид. Пропускаем следующую вершину. Вершину следующего столбика вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли.
Снова пропускаем вершину столбика, вершину следующего столбика, вяжем столбик с одним накидом. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд, провязываем 2 воздушные петли в конце ряда и соединительный столбик провязываем в третью воздушную петлю подъема. У вас должно было получиться 24 вот такие ячейки. Проверьте себя. Вяжем следующий ряд. Под арку из 2 воздушных петель, вот эту, которая у нас идет сразу, вяжем соединительный столбик. Далее провязываем 3 воздушные петли подъема. И под эту же арочку свяжем еще 3 столбика с одним накидом. Первый. Второй. И третий столбик. Далее провязываем цепочку из 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Накид на крючок. Пропускаем 2 арочки и под третью арку, вот сюда вот, провязываем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Снова вяжем цепочку из 13 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Пропускаем 2 арочки и под третью вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Вот такие арки получаются. Продолжаем вязать до конца ряда и встречаемся. Заканчиваем ряд, провязали цепочку из 13 воздушных петель и далее провязываем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. У нас получилось 8 вот таких вот арок из 13 воздушных петель. Далее вяжем последний ряд мотива. 3 воздушные петли, заменяющие нам столбик с одним накидом. Под арку из 13 воздушных петель мы провязываем 9 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый столбик. Далее вяжем цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И под эту же арочку провязываем еще 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот мы обвязали одну арку из 13 воздушных петель. Переходим на обвязку следующей. Под следующую арку точно так же вяжем 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Снова вяжем 7 воздушных петель. 5, 6, 7. И под эту же арочку провязываем 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обвязали вторую арку из 13 воздушных петель. Таким образом продолжаем обвязывать все арочки и встречаемся вот здесь на последней арке. Обвязываем последнюю арочку из 13 воздушных петель. Провязали 9 столбиков с одним накидом, 7 воздушных петель. И теперь нам нужно обвязать противоположную сторону этой арки. Но так как мы с вами в начале ряда вот здесь вот набирали 3 воздушные петли подъема, которые заменяют нам столбик с одним накидом, то с этой стороны мы провяжем под арку не 9, а 8 столбиков с одним накидом. А 9 у нас вот эти вот 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбиков с одним накидом. И заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик вот сюда, вот в третью воздушную петлю подъема. Обрезаем ниточку и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотивчик у нас получается. А сейчас я вам покажу, как соединять такие мотивы между собой. Вот я уже соединила между собой 3 мотива. И теперь хочу присоединить вот сюда 4-й мотив. Соединять мотивы мы будем за вот эти арочки из 7 воздушных петель, которые находятся вот в этих местах лепестков, вот за эти вот арки. Но если мы прикрепим сейчас еще один мотив, у нас вот в этом месте будет большое отверстие. И его нужно закрыть более мелким мотивом. И сейчас мы свяжем сначала этот мелкий мотив, присоединим, а потом уже будем присоединять большой цветок ко всем этим мотивам. Вяжем маленький мотив. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем в кольцо соединительной петлей. Вот получили колечко. Далее провязываем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. Далее провязываем 5 воздушных петель на арку. 3, 4, 5. И в колечко вяжем столбик с одним накидом. Снова провязываем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. В кольцо вяжем столбик с одним накидом. 5 воздушных петель. 4, 5. И в колечко провязываем столбик с одним накидом. 5 воздушных петель. Мы провязали вот здесь 3 арки из 5 воздушных петель. Вот 4-я арка из 5 воздушных петель. И сейчас провязываем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. Вот что получилось. Вот такие вот 4 арочки. Далее вяжем 1 воздушную петлю подъема.
И в эту же третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Далее вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вершину следующего столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Снова 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вершину следующего столбика предыдущего ряда вяжем столбик без накида. 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Вершину следующего столбика предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Далее снова провязываем 7 воздушных петель. 2, 3, 4. 5, 6, 7. И вот сюда, вот в вершину первого столбика без накида, за обе полупетли вяжем соединительный столбик. Вот что у нас получилось. Далее мы с вами провязываем соединительный столбик под арку из 7 воздушных петель. Вяжем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. И под эту же арочку вяжем 6 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Далее нам нужно с вами присоединиться уже к вот этим трем мотивам. Присоединяться мы будем за вот эти точки, вот за вот эти арочки. Одна, второе место присоединения, третье и четвертое место присоединения. Значит, сейчас мы должны провязать арку из 7 воздушных петель, но мы разделяем ее на 3 воздушные петли, провязываем 3 воздушные петли и присоединяемся вот в это место. Вытягиваем крючок из петли, берем наши мотивы, находим место соединения, вот арочка из 7 воздушных петель, мы вводим крючок в центральную воздушную петлю, вот так вот. Захватываем нить, петельку маленького мотива, протягиваем через эту петлю и далее провязываем одну воздушную петлю, это четвертая петля арки, и еще 3, 5, 6 и 7 петля арочки маленького мотива, вот здесь 7 воздушных петель должно было быть. Теперь под ту же арку из 7 воздушных петель мы вяжем еще 7 столбиков с одним накидом. Продолжаем мы маленький мотив вязать. То есть в одном месте мы соединились, продолжаем его вязать. Второй столбик с одним накидом. Третий. Четвертый. Пятый, шестой и седьмой столбик. Обвязали одну арку из 7 воздушных петель. Под следующую арочку мы вяжем 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Далее у нас снова идет арочка из 7 воздушных петель. Мы разделяем ее на 3 воздушные петли, вытягиваем крючок из этой петельки, ищем следующее место присоединения. Вот оно у нас будет. Берем мотив, смотрим аккуратно, чтобы они не перекрутились. И вот здесь уже соединены между собой 2 арки из 7 воздушных петель. В центр этого соединения мы вводим крючок, захватываем петлю маленького мотива, который вяжем, и протягиваем через это место соединения. Протянули.
Далее вяжем одну воздушную петлю, это четвертая петля арки, и еще 3 петли, всего 7 воздушных петель. Вот они у нас. Под эту же арочку из 7 воздушных петель провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обвязали следующую арку из 7 воздушных петель. Под следующую арочку вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова нужно провязать арку из 7 воздушных петель. Разделяем ее на 3 воздушные петли. Вытягиваем крючок из петельки. Смотрим, где место следующего нашего соединения. Вот оно. Вот этой арочкой мы сейчас прикрепимся в это место. Тут соединены уже 2 арки из 7 воздушных петель. В центр этого соединения вводим крючок, захватываем петлю маленького мотива и протягиваем. Далее вяжем продолжение арки из 7 воздушных петель. Это 4 воздушные петли. 3 мы вначале провязали, еще 4. И под эту же арочку из 7 воздушных петель мы вяжем еще 7 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой столбик и седьмой столбик с одним накидом. Под следующую арку из 7 воздушных петель провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова нам нужно провязать арочку из 7 воздушных петель. Разделяем ее на 3 воздушные петли. Вытягиваем крючок и смотрим следующее место присоединения. Вот арочка из 7 воздушных петель мотива. К этому месту мы будем присоединять маленький мотив. Находим здесь центральную петлю. Это свободная арка, она еще ни с чем не соединена. И протягиваем через центральную петельку. Петельку, которую мы вяжем. Далее вяжем 4 воздушные петли. И под эту же арку из 7 воздушных петель маленького мотива мы вяжем 7 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заканчиваем мотив, провязываем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Закрепляем петлю, обрезаем нить и прячем хвостик в мотив. Вот мы с вами связали маленький мотивчик для соединения больших мотивов. И теперь вот в это место нам нужно прикрепить еще большой мотив. Я вяжу последний ряд мотива, который буду присоединять вот сюда. И сейчас считаю, сколько же мест соединения у меня будет. Так как у нас 8 лепесточков на этом мотиве, то присоединять мы будем каждую сторону за 2 лепестка. Вот за вот эти 2 арки из 7 воздушных петель с одной стороны. И вот на этом мотиве тоже за 2 арки из 7 воздушных петель. То есть 1, 2, 3 и 4 место соединения.
Значит, когда мы вяжем последний ряд мотива следующего, нам нужно не обвязать 4 арки полностью. Вот я одну, вторую, третью, четвертую обвязала и начала обвязывать пятую арочку. И сейчас вот я провязала 9 столбиков с одним накидом. Мне нужно вязать арочку из 7 воздушных петель. Я разделяю ее на 3 воздушные петли и присоединяю вот к этой арке. Значит, вытягиваю крючок из петельки, беру эту арочку, нахожу здесь центральную петельку, ввожу туда крючок, вот, захватываю петлю мотива, который вяжу, протягиваю через эту петлю, далее вяжу 4 воздушные петли, довязывая тем самым арку из 7 воздушных петель, и под эту же арочку из 13 воздушных петель мотива я вяжу 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обвязываю следующую арку из 13 воздушных петель. Вяжу под нее 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее у меня снова арочка из 7 воздушных петель. Я разделяю ее на 3 воздушные петли. Вытягиваю крючок из петельки. Смотрю следующее место соединения. Вот оно. Здесь соединены уже 7 воздушных петель маленького мотива и 7 воздушных петель большого мотива. Поворачиваю вот таким вот образом. Нахожу место этого соединения. В центр ввожу крючок. Захватываю петлю мотива, который вяжу. И протягиваю через место соединения. Вот таким вот образом. Далее довязываю арку. Вяжу 4 воздушные петли. 2, 3, 4. И под эту же арочку из 13 воздушных петель вяжу 9 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый столбик с одним накидом. Обвязываем следующую арочку из 13 воздушных петель. Вяжем под нее 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. Снова у нас арка из 7 воздушных петель. Делим ее на 3 воздушные петли. Вытягиваем крючок из петли. Смотрим следующее место соединения. Вот это место. Вот здесь у нас арка из 7 воздушных петель и соединена с аркой из 7 воздушных петель маленького мотива. Мы вводим крючок в это место соединения, вот таким образом, по центру. Захватываем петлю мотива, который вяжем, протягиваем и довязываем арку из 7 воздушных петель. Вяжем 4 воздушные петли. 3 мы уже провязали, и вот еще 4. 2, 3 и 4 воздушная петля. Под эту же арочку из 13 воздушных петель вяжем 9 столбиков с одним накидом. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осталась у нас одна арочка из 13 воздушных петель. Вяжем под нее 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее арка из 7 воздушных петель. Вяжем 3 воздушные петли. Вытягиваем крючок из петли. Смотрим следующее место соединения. Вот эта арочка у нас сейчас будет соединяться. Вот она. То есть вот она следующая идет. Она у нас никуда не прикреплена, поэтому мы вводим крючок в центральную воздушную петлю этой арки. Протягиваем через нее петельку мотива, который вяжем. Довязываем арочку из 7 воздушных петель. Вяжем еще 4 воздушные петли. И под эту же арку мы должны провязать 9 столбиков с одним накидом. Но это уже заканчивается у нас вязание мотива. Здесь мы вязали 3 воздушные петли подъема, которые заменяют нам столбик с одним накидом. Поэтому под арочку нам осталось провязать 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И соединительный столбик вяжем в 3-ю воздушную петлю подъема. Закрепляем петельку, обрезаем нить, хвостик прячем в мотив. Мы соединили мотивы между собой. Вот так выглядят места соединения мотивов. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.